Финал чемпионата России, игры в группах. Шведова-Мастикова против сестр Свиридовых. Шведова-Мастикова в красных топах, сестры Свиридовы в синих топах. Очков.
Итак, дорогие друзья, напоминаю вам, что в этом матче встречаются молодые девчонки из клуба «Волейбольный центр» Московской области и настоящие мастера своего дела международного уровня Кулкова и Мамоли. Дэймо команды Иванова-Цыганова 3-13. Конечно, не просто играть с сильным соперником в молодой команде. Давайте аплодисменты поддержим. Все души Марии Евгеновны поддерживаем. И два слова, дорогие друзья, об их соперницах этой команды Юглова Джина Мамоли. Впервые в российском чемпионате участвует Джина Мамоли. Она один из лидеров итальянского чемпионата, постоянно участница европейских и мировых туров разных уровней. И вот сегодня у нее участие в российском чемпионате Парис Евгения Углова. Евгения Углова также является одним из лидеров российского чемпионата, чемпионка России неоднократная, участница сборной команды России, многократный призер этапов европейских и мировых серий и, конечно, лидер России, одна из лидеров российского чемпионата. Поддержим. Две команды продолжают встречу. Давай! Давай!
17-4 на табло. Это технический тайм-аут. Друзья, вы видите, с крупным счетом команда повела. Но хочется сказать вам из истории, кстати, для волейбола, что это не самый крупный счет разгромный, при том, что в российском пляжном волейболе рекорд состоялся в этом году, и он принадлежит мужской паре, ребятам на чемпионате мира. Алексей Кириенко, Сергей Горбенко, среди игроков 18 лет, разгромили своих соперников со счетом в матче 21-2, и второй сет был с таким же результатом. Их соперники представляли основную государственную сцену России. Ну вот, ребята, нам начали. При том, что этот рекорд является российским, но далеко не мировым. В истории мирового пляжного волейбола есть матч со счетом 21-3. Вот такой вот пляжный волейбол. И перед вами две команды продолжают игру. Поддержите, пожалуйста, девушки. Пожелаем удачи и их соперницам. Через минуту состоится второй сет этого матча. Хочется напомнить зрителям о том, что болельщики вход на наш стадион свободный в течение ближайших трех дней. Сегодня еще 5 матчей. Завтра весь день у нас игры женских команды начинаются. Раунда плей-офф. Мужские еще играют в сетку, основную сетку доигрывают после обеда. И мужские команды определяют четверку полуфиналистов чемпионата России. Воскресенье, финальный день, борьба за медали. Ждем вас, уважаемые друзья. Чуть позже сообщим вам начало матча. Сегодня день воскресенье. Добро пожаловать и завтра. Добро пожаловать на следующий матч. Еще раз давайте поддержим команду в белых топах. Это команда... Александра Иванова, Полина Цыганова. Межплощадки. Первое очко этой команды при поддержке болельщика.
Thank you.
счет на табло 13-8 и при сумме очков каждом сете 21 проводится технический тайм-аут. Команда отдохнет одну минуту, а вам сообщение о том, что в следующем матче на площадку выйдут две женские команды. И, конечно же, участники этого матча есть также претенденты на единственного почета российского чемпионата. Это команды Мария Прокопьева, Анастасия Барсук. Они представляют волейбольный центр Московской области. А также их соперницы команда из Краснодара Елена Сома, Виктория Костопилова, участница следующего матча. А пока наша поддержка продолжающемуся матчу. Александра Иванова, Полина Цыганова на площадке, белые топы и Евгений Уколов, Джулиан Мамоли, желтые. Добро пожаловать, это пляжный волейбол, 8-13. Атака, давайте поаплодируем, поддержим, браво! Браво, Александра Иванова. 29, и это матчбол. Давайте поддержим аплодисментами.
команды. И мы ждем две команды. Волейбольный центр Московской области. Прокопьева, Барсук. Они сыграют с командой Краснодара, Костогрызов, Сома. Около 25 минут до начала следующего матча, уважаемые болельщики. Мы выиграем по вопросу Родина и Гребенька выйти освежиться, прогуляться и возвращайтесь на трибуну нашего стадиона. Вот свобода и каждый день. Завтра мы также продолжаем игровой день на трех спортах. А в воскресенье финальный день. И у нас будут известны чемпионы России и призеры чемпионата России. Это воскресенье. Сегодня еще 4 матча на всех трех кортах. Продолжают женские команды матча основной сетки.